Этот год богат на юбилейные события. Не обошлось без круглой даты в театральной среде. 12 сентября Чувашский государственный театр оперы и балета открывает 60-й театральный сезон. На пресс-конференции рассказали, какие премьеры ждут поклонников классического искусства в ближайшее время. Солидный возраст – не повод вспоминать только о прошлом. Артисты, режиссеры устремлены в будущее. В сезоне 22 мая нашему театру исполнится 60 лет со дня первого спектакля, первой оперы Федора Васильева «Шевармань», со дня первой постановки. 60 лет – это большой период, время подводить итоги, строить новые планы. А планов на ближайший сезон действительно много. Мировые премьеры, выездные спектакли, творческие вечера юбиляров. У нас предстоит, я надеюсь, что мы успеем написать к этому моменту музыку. Мировая премьера балета «Дорога лебедей» на основе чувашского эпоса. Мы выиграли грант главы Чувашской республики на постановку этого спектакля. У нас предстоит творческий вечер народной артистки Чувашской республики Татьяны Альпидовской, что само по себе значимое событие. Думаю, на нем, наверное, будут какие-то премьеры, какие-то новые постановки. Для юных любителей театра юбилейный сезон также подготовил сюрприз. Фестиваль спектаклей «Для вас, дети», где собраны лучшие музыканты.